Всем привет, друзья! Ставьте лайк, если тоже знаете компанию Моджинг. Сейчас я играю в Майнкрафт на выживание. И вот у меня есть береза, тропическое дерево, яблоко, палки, сырой лосось, деревянный топор и деревянная кирка. Это все из сундука бонусного, который я добавил, который у меня исчез куда-то. Ну ладно. Короче. А вот этот наш сундук. Мой. Давайте его сломаем. Чтобы у меня в инвентаре тупо был еще сундук. Факел. 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 И факел. Вот так. Угу, так, нормально видно? Так, давайте что ли сделаем верстак. Так, березовые доски. Верстак. И отправимся с вами в шахту. И будем там жить. Мне кажется, неплохая идея. Ой! У меня съехал этот. Может, отих? Простите. Так, я ничего не вижу. Давайте факел поставим. Вот так. Странно. Знаете, друзья, я вот сейчас пытался провести эфир по Майнкрафту. Потом захожу просто тупо чекнуть чат. Как-то у меня что пишут, не пишут. И у меня вылезает какая-то хрень. Ошибка. Трансляция завершена. Потому что, мол, мы в ней нашли авторские защищенные права. То есть это как понимать? Это понимать так, что мне нельзя снимать Майнкрафт? Ну почему же тогда Пози снимает? У меня вопрос. Почему тогда Пози снимает Майнкрафт? Его не банят. Так, ставим вот тут верстак, допустим. И крафтим. Дверь березовую. И ставим ее вот тут наверху. Это... Не, не так. Надо по-другому. Да нет же. Ой. Ну так, значит, надо. Там-тарам-так-та-там. Вот так как-то. Давайте скрафтим деревянную кирку. Все-таки. Пока.
И еще раз деревянную кирку. Не надо мне слать сообщения. Я снимаю видео. Кто-то мне их шлет. Так. Недостаточно места. Значит, в любой момент у меня может видео выключиться. Да ну, в смысле недостаточно места? Я же недавно очищал. Что за хрень? Опять надо все видосы удалять. Наверное, эта долбанная трансляция много занимает. Которая не получилась все равно. Так, ребят, подождите, сейчас я... Так, сейчас вот я пока память очистил немножко. До меня дошло, почему у меня памяти не хватает. Сейчас. Вот что мне приходило. Мне приходило Clash of Clans. Вашу деревню атакует какой-то дядька. И недостаточно памяти пришло только сейчас. Но я уже очистил. Нет, мне пришло ошибка резервного копирования в Вайбере. У меня бывает такое. Не знаю, из-за чего это, но бывает. Пошли наверх. Гадство, уже ночь. Киркой буду отбиваться. Если что. Нет, только мне надо сделать метку какую-то на моей этой. Огромный столб земляной. И еще булыжник. Немного. Вот как-то так. Господи, я думаю, вот эта береза это скелет. Овца! Гад! Иди отсюда! Меня сейчас убьет. За спиной у меня его нету? Нет. Было бы вообще плохо, если бы он у меня был за спиной. Остается дождаться утра. Нет, он ушел. Слава богу. У меня же есть яблоко и сырой лосось. Зря я его сожрал. Во-первых, он меня не хилит, ни шиша. Во-вторых, его надо было зажарить.
Угля-то нету. Кирка. Обновка. Достижение я получил какое-то. Интересно, они сверху или снизу? Нет, уж лучше пошли наверх. Они вон там. Так. Мне нужно смастерить последние доски. Мне 8 палок. Когда же наступит утро? Нужно что-то, что светится. Они рели как будто подо мной. Что-то я побаиваюсь. Я слышал голос Сандермена. Они рели как будто за мной. Или подо мной. Эндерман как будто за мной идет. Или я к нему приближаюсь. Они слева. Они везде. Ура! Утро. Господи, помилуй. Что мне есть теперь? Они сейчас все равно все помрут. Блин, я боюсь все равно их. Что ж, с пауком мне сродиться придется. Где гад? Ага, горят. Где паук? Айс! Собака. Уолт! Ни хрена себе. Ау. Ха. Кость.
Слендермен. Теперь я понял, откуда он рычал. Валим отсюда. Побыстрее. Овечка! Прости, конечно. Ты курочка, прости, конечно. Ну, что поделать? Одна шерсть. Так. Нужна еще белая овца. Нужны ножницы вообще. Лошадка. А что с тебя падает? Мне кажется, из нее ничего... Айс, собака. Гад. Да ты по дороге сдохнешь. Ха, ты так, как я не могу. Ха, сдох. Он даже очков опыта не выронил. Странно, почему? Меня назвали охотник на монстров только сейчас. Нет, 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 нет. Нет, 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 я решился. Я балбанц. Я балбес. Я балбес, я балбес, я балбес. В итоге я чуть из-за него не сдох. В смысле, я реально разбился в дребезги? О, это самое главное. Где этот гад? Скользкий. Черный скользкий гад. Я тебя найду. Где он? Где он ходит? Где он ходит? Еще одна овца. По-хорошему бы ножницы. Это ты хурчишь? Это похоже на свинью зомби. Зомби-крестьянин! Гад, ты зачем за мной идешь? Ну иди за мной, хорошо. Вот он и сдох. Палки. Мне нужен дуб. А вот ты, скользкий гад. Все, тебе каюк. Я его топором прифигачил. Мне доступна удочка. Подумать только. Сейчас будем рыбалить. Где удочка? Палка, палка. Гадство, две нитки нужно. Ну что ж, ладно. Есть.
Это долгожданное слово кровать. Ой. Ласковое, милое слово. Кровать. Я ее поставлю вот сюда. Не слева от меня. Курочка. Ее сейчас там угробят, наверное. Так, у меня 5 сырых баранинов. Так, у меня эта кирка почти сдохла. Но я пойду все-таки гулять. Добывать еду. И кирку заодно уничтожу. Прости, прости. Прости. Я не мог поступить иначе. Прости, 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 прости. Я буду самым настоящим гадом. Я их сейчас с земли заделаю, и они никогда не смогут выбраться. Мелкий житель говнюк идет в нападение. Что я наделал? Уйди, гад, уйди, гад. Нет. Нет. Я болван. Как я... Ха! Я его победил. Я верховный король. Шутка. Шутка. Так, кирку я, видно, в него обнажил. Об гада обскользкого. Вечер. Пора спать. Какое милое слово. Спать. Что ж, ребят, на этом, наверное, наш ролик подойдет к концу. Хотя нет, давайте еще один день. Я выживу тут. Потому что так я могу... До первой смерти я так могу бесконечно. Достижение, спи, моя радость, усни.
А давайте пройдем Майнкрафт. Победим дракона края. Геймон 1. Заодно я покажу, как делать портал в край. Так. Портал. Око Эндера. Только не спешите выключать ролик на этом, потому что я могу показать способ, который сработал. Я вот так вот тоже делал, и у меня он портал крайне сработал. Но потом я подумал, что вдруг вот эти вот око Эндера надо вот так вот тупо сделать 12 раз. И тогда, может быть, у меня заработает портал. Вот, смотрите. Нам надо встать на одном блоке и вокруг себя обставлять вот эти порталы Эндера. Потом в эти рамки положить око Эндера. Вуаля! Если же у вас не сработало, вы встаете на одном блоке. Не спешите на этом видео выключать, опять же говорю, пожалуйста. Вы просто берете, строите портал сначала. Сначала надо строить портал. Вот так. Потом подлетаете куда-нибудь, если вы на творческом. И вот так вот. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. И летим, их собираем. Эти вот наши око Эндера. Летим, собираем. Можно не все собрать. Можно собрать вот только 9, например. И потом опять же вот так обставить в рамки. И вот такие два портала у нас получились. Выбирайте портал. Право или лево. У вас есть 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Вы какой выбрали? Я правый. Так, что у нас опять? Достаточно памяти? Ой! Опять штатив упал. Сейчас, ребята, я быстренько пройду Майнкрафт. Эндер дракона выиграю. Где вон этот гад летает? На, собака. Оба! На тебе. Все, все крестражи, так сказать, сломаны. Теперь идем убивать самого этого говнюка. Алмазный меч возьмем. Где? Давай, иди сюда уже. Вот так тебе. Thank you.
собака. На, собака. Заодно покажу, как этого гада возродить. Его чуть сложно убивать. Ставь лайк, если вы первый раз попали в край. Я вот уже не первый раз убиваю его. Почему я его называю гадом? Да блин, потому что он реально гад. Он просто гипнотизирует эндерменов, а потом их за собой водит. Вот летает, за ним ходят эндермены, и потом он просто сюда вот спускается вниз и убивает их взглядом. Как вы думаете, до буквы Р доползет? Да, доползло. В середине видео выключилось, простите. Память прям в обрез. Е-е-е. На. На по позу. Блин, промазал. В бошку прям. На. Ай. Гад, ты чё как мало сидишь? О! Всё, собака. Сдох. И чё, всё? Я прошёл Майнкрафт! Ха-ха-ха! Нифига себе! Рили? Я прошел майн? Так просто? Давайте даже соберем яйцо этого дракона. Вы знаете вообще, как его собрать? Берем поршень. Ставим ему вот так вот. Потом берем кнопку или рычаг, без разницы. Кнопку, если вы взяли, ставите на поршень. Опа! И яйцо ваше. Так, обещал показать, как его возродить. Берете кристалл Энда, вот так вот делаете. Вот так. Вот так. И вот так. И случается мэджик. Сейчас они. Эндер-дракон, приди! Эндер-дракон, приди! Эндер-дракон, приди! Эндер-дракон пришел. Можете его еще раз победить? Я нашел способ полегче. Просто в краю построить портал в край. Все. Если у вас тоже вот это вылезло, я вам говорю, она очень долго это длится, этот диалог.
Если вы играете на компьютере, то просто вот сюда нажмите. Опа. И окажетесь в своем милом домике. Ну и на этом всем пока. До встречи в следующих видео.